Рад приветствовать вас на заводе Nissan. Вопросы пожарной безопасности очень важны для нашей компании, поэтому прошу вас внимательно ознакомиться с информацией, представленной в этом фильме. Это автомобилестроительный завод Nissan в Петербурге. А это производственное здание из легких металлоконструкций со стеновыми панелями «Сэндвич». Производство является пожароопасным и взрывопожароопасным. Каждое помещение оснащено обозначениями содержащихся в нем материалов. Помещения разделены на категории в зависимости от хранящихся в них материалов. Что же такое пожар? Это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Основные причины пожаров – нарушение технологических регламентов, неисправность производственного оборудования, искры электрогазосварочных работ, использование открытого огня в местах, не предусмотренных для этой цели, курение в неотведенных специально для этой цели местах, разряды атмосферного и статического электричества, нарушение правил при огневых и сварочных работах, неисправность электроустановок, нарушение правил пользования инструментами, электронагревательными приборами и другими. Таким образом, у сотрудников есть максимум 10 минут на то, чтобы попытаться потушить пожар самостоятельно. Все работники предприятия должны пройти противопожарный инструктаж. Способы сообщения о пожаре. В отделе технического обслуживания в составе службы энергетического обеспечения организована дежурно-диспетчерская служба. Меры безопасности при пожаре. Соблюдать инструкцию о пожарной безопасности на рабочем месте и действовать в чрезвычайной ситуации в соответствии с полученными указаниями.